эти конфликты интересов при чтении деятельности Сетовой или Гумьяновны по предоставлению услуг дополнительного дошкольного образования детей в качестве индивидуального предпринимателя, как руководителя детского сада номер 24 «Колосок». С 27 июня 2017 года Сетова Эльвира Гумьяновна, занимая должность заведующей муниципальным бюджетом дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 24 «Колосок» города Назарова, согласно трудовому договору с руководителем муниципального учреждения от 27 июня 2016 года, работа данная является для нее основной. Как следует из письма руководителя управления образования администрации города Гавриловой, 19 сентября ей было согласовано заявление Сетовой о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для развития центра для развития дополнительного образования. Трудовой договор, заключенный с управлением образования, каких-либо запретов на занятия предпринимательской деятельностью не содержит. Вместе с тем, в соответствии с статьей 13.3 Федерального закона 25 декабря 2008 года, номер 273 ФЗ о противодействии коррупции, организация обязана принимать меры по предупреждению коррупции, в том числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Поскольку данный детский сад является муниципальной бюджетной образовательной организацией, в силу закона руководитель данного детского сада должна принимать меры по профессию коррупции, в том числе и по вопросу предотвращения конфликта интересов. Кроме того, в соответствии со статьей 27 Федерального закона о некоммерческих организациях, она как руководитель в силу закона является уже заинтересованным лицом, там к этим заинтересованным лицам относятся и заместители руководителя, в том числе и лица, которые входят в органы управления при совершении каких-либо действий, в том числе и заключение сделок, которые возможно совершаться либо непосредственно руководителем, либо в отношении себя, либо в отношении близких родственников, как ее супругов и родственников супругов по, как близким родственникам и по признаку свойства. Кроме того, заинтересованные в совершении некоммерческой организации тех или иных действий, в случае совершения сделок, влечет за собой конфликт интересов. В этой ситуации, в принципе, мы полагаем, что в данной ситуации, поскольку она является единоличным руководителем образовательной организации и одновременно выполняет функцию индивидуального предпринимателя в данной поле деятельности, сфере предоставления услуг образовательного характера, у ней при осуществлении этой деятельности возник, либо возможно возникнет конфликт интересов. В этой ситуации любое лицо обязано в силу закона о профессии коррупции, значит, на основании статьи 13.3 обратиться с заявлением в отношении себя в орган управления вышестоящий, либо в комиссию по урегулированию конфликта интересов с этой целью. Однако на момент проведения проверки она в управлении образования, поскольку в управлении образования на сегодняшний день исполняет функции учредителя в части приема увольнения данных лиц этой организации, не обратилась. И с этим, значит, принято решение, значит, данные материалы в отношении Сетовой Эльвиры Гумьяновны передать для рассмотрения в комиссию конфликтов интересов управления образования администрации города. Как я знаю, на 29 декабря там уже заседание этой комиссии назначено. Вот кратко по этому вопросу у меня все.